К сожалению, наше публичное заявление о готовности начать переговоры по мирному соглашению с Арменией не находит отклика со стороны армянского правительства. Как передает канал 13, об этом в субботу заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время приема новоназначенных послов нерезидентов 10 стран. По словам Алиева, правительство Армении игнорирует предложение о начале переговоров по делимитации государственной границы, поддержанное крупными международными акторами. «Мы не можем этого понять. Если Армения хочет мира, то и нам нужен мирный договор. Если Армения хочет войны, она получит тот же результат, что и осенью прошлого года. Если Армения хочет мира, они должны начать с нами переговоры о делимитации. Если они этого не сделают, они будут жалеть об этом», — сказал Алиев, добавив, что «Баку готов к новому этапу развития и установления мира в регионе». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.